поймать прямой. Чё, блядь? Чё делаете? Алло, вышел с машины. Ну чё делаете? Ты чё, приколит, что ли? 17-6 задержан. Причина? Не подчинение? А основание на подчинение какое должно быть? Законное требование. Микрофон. Просто по приколу вы меня сейчас откинете? Ну, по приколу, да, чисто. Нет, ехали, я понял, думаем. Спасибо. Да не за что, блин. Да, лучше своих душить, конечно. А вы кто? Вы сотрудник? Я сотрудник, господа. Так а почему ты не останавливаешься? Так а в чем прикол? В чем смысл? Я что-то нарушил? Как понять, в чем прикол? Я нарушил что-то? Вот объясни. Тебе... Да, ты нарушил ДК. Что? Ты нарушил ДК, ты ехал. Так вы тоже по встречке ехали, ничего, да? Мы с проблесковыми ехали, алло. Вы без проблесковых ехали. Да ладно, давай там расскажешь, в школе где-нибудь. А, в школе расскажу, понял. В кадетке. Ну да, я это имел. Круто, круто. Ознакомьтесь, сэр, с жетончиком. Где-то бежим. Смотрите, сэр, вы задержаны, имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может, это будет использовано против вас. Также имеете право на телефонный звонок и на адвоката. Если же не можете оплатить услуги адвоката, мы вызовем вам государственного. Ваш адвокат имеет право присутствовать, представлять ваши интересы до и во время допроса. Понимаете право, сэр? Ясно, ясно. Права ясны вам, сэр? Я говорю, ясно. Понятно. Этот. Закройте дверь. Готовы штраф оплатить? Да, конечно, готов. Я не знаю, что вы на меня накинули, нарушники. Ну, штраф большой будет. Ну, у меня 50. Мало денег. Сколько штраф будет? Что там? А, давайте хотя бы минус 20. Что у меня вообще... У меня 50. С собой? Да. По ОЦ спрошу вас. По ОЦ спрошу. Давай, давай. А вы, блядь, можете просто душить краем? Так мы и душим. Мы всех подряд душим, друг. А зачем меня душить? Я, блядь, спокойно ехал. Так если бы тебя хотели бы задушить... Ну, друг, смотри, если бы ты остановился, типа, мы просто поговорили. Нет. А так, ну, у тебя же 17-6, типа, просто неподчинение. Понимаю, и ты просто, прикольно. Ну, едешь, типа, и все. Вам прикольно, на морозе. Вас над новичками просто, я понимаю. В смысле над новичками? Ты, почему, ну, новичками? Ты мой статик видишь и свой? Не, статик, да, я давно не играл, очень давно не играл. Я зашел просто под улицу, понял, закандал как бы знаю, ну,
вот это то, что творят другие да нет, доски. Нет, если бы мы сейчас все вызывали, всех вызывали, это и тот же тот, и признали бы вину твою. Вот. Ну, в карманчик там, да, штрафик оплатите, пожалуйста, я вам отдал самое это сюда. Всего хорошего, сэр, поехали, вас отвезу, наручники убрал обратно, да нет, отсниму вас. Пешком, да. А, ну ладно, хорошо.